Самарская молодежь наводит порядки в Струковском парке. Свыше 60 активистов движения «Чистый город» из 7 городских вузов и СУЗов убирают прошлогоднюю листву, красят ограду и собирают мусор. Да, мой первый субботник, но потому что я учусь на специальности ландшафтное строительство, и меня как-то привлекает вся вот эта сфера и атмосфера, плюс общение с людьми. Мне кажется, это очень здорово. Нужно трудиться на благо своего города, это всегда важно. Важно поддерживать нашу экологию, поэтому, собственно, я и здесь. Экологическая акция «Чистый город» проходит в 5-й раз. Это уже не просто молодежные субботники, а слаженная работа под современную музыку и организованный бесплатный перекус. Все это время участников поддерживает Департамент культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара и Самарский дом молодежи. Сегодня в Струковском саду рассредоточено порядка 60, может быть, 70 студентов ближайших учебных заведений. Это студенты медицинского университета, это строительный техникум, это, естественно, Академия культуры и искусства, училище культуры и искусств, музыкальное училище пришли нас поддержать в нашем желании сделать наш город чище. Вы сами можете видеть, город стал гораздо чище, потому что люди уже не мусорят там, где они однажды убрались. Кроме Струковского парка, такие молодежные субботники уже прошли в парке Щерса и на Воронежских озерах. Ольга Хамракулова, Сергей Баскин. События.